Многодетная мать Акбаян Жалмурзаева вот уже 5 дней как осталась с 4 детьми на улице. Волонтеры соорудили для них палатку. По словам Акбаян, чтобы прокормить детей, она берет продукты в ближайшем магазине, оставив там в залог свои документы. С мужем женщина развелась. И в этом году начала получать адресную социальную помощь. На эти деньги в апреле Акбаян закупила немного товара и арендовала в этом здании площадь под магазин. Рассказывает, что женщина, представившаяся хозяйкой земельного участка, взяла деньги за аренду за 2 месяца вперед. Но позже эта же женщина сказала, что денег не брала и выкинула мой товар на улицу, говорит Акбаян. На оплату арендного жилья у многодетной матери денег не осталось, и она с детьми была вынуждена освободить квартиру. А после предупреждения акимата о невозможности ночевать с детьми в уличной палатке, Акбаян не знает, куда ей податься. На жердің жаңағы милициясы участковый келіп, на жерде аким инспекторы келіп, на жерге жатуға болмайды, опеконстваға жібереміз деп, мені неше түрлі моральный жағынан қорқытып атыр да бұлар. Біз білгенімізді істейміз, қазір балаларың жыл болып кетеміз на жерде деп. Енді білмеймін қайда баратынымызды, таңата келеміз, өйтіп бас сауғалап. Сосын кешке қарай уайымыз, қайда баратынымызды да білмейміз. Әйтеуір барамын, баратын жеріміз бар, баратын жеріміз бар деп балаларымды тартып алмасын деп. Люди, живущие рядом с палаткой, пытаются поддержать женщину. Некоторые присматривают за ее детьми, другие приносят еду. Акбаянга күнне бірақ мезгіл алып келіп, тамақ беріп отыр. Ал таңертеңгі кешкі астары міне мына жерде не қолдарына түседі, сусын менен үйсіп күн көріп отыр. Тұрып атыр, жасап атыр, осы жер тамақтанып атыр, міне тамақтары жеп отырған. Мынау күнделікті осы жерде міне нандары уже қатып та қалған. Осы тамақпен мына балдар күн көріп отыр. Балдардың жағдайы қалай болып атыр, ол ешкімді қызықтырмайды. В Алматинском районном акимате столицы ситуация Акбаян знакома. Там говорят, какую бы помощь ей ни предлагали, она не принимает. Представители власти подтвердили, что женщину предупредили о том, что если детям не будет оказано должного внимания, их отберут. Қолында күнде ақшасы бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кісінің енді істеп отырған қазір тек қана бір осы кезеңді пайдаланғаны ма, мына барлық өздері көріп отырсыз ғой, осы елдің бәрі шуылдап жатқаннан кейін әлгі шуылдаса бірдеңе береді дегендей ғой. Районные власти говорят, торговый павильон, в котором арендовала место Акбаян, построен незаконно и скоро будет снесен. Акбаян Жалмурзаева говорит, в очередь на получение жилья она встала 2 года назад. По официальным данным, в Нур-Султане в очереди на жилье стоят около 3000 многодетных семей. Около 340 тысяч казахстанских семей, воспитывающих 4 и более несовершеннолетних детей, считаются многодетными. Тимурайт Мухамбет, Аян Халмурат, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ.